прошлом году местные исполнительные органы провели 7 внутренних анализов на коррупционные риски. По результатам работы их выявили как в нормативно-правовых актах, так и в управленческой деятельности. Были выработаны рекомендации, но не во всех ведомствах. Подробнее тему обсудили на заседании Межведомственной комиссии по вопросам противодействия коррупции. Вторым вопросом стала профилактика взяточничества в Мамлютском и Кызылжарском районах. Следом провели заседание комиссии по профилактике правонарушений. В этот раз обсудили проблемную молодежь.